Так началась наша жизнь в доме дяди Доника. Так он вошел к нам в доверие. Что еще плохого он вам сделал? Ведь он создал для вас такие условия. Говорить о нем очень тяжело. Но что делать? Такова судьба. Это случилось в тот день? Я имею в виду смерть твоей матери. Нет, в другой день. Донни частенько ездил в Ташкент. Не знаю, чем он там занимался. В тот день мы поехали все вместе. Мама, я, тетя Сурайо. Правда, мы ехали не в Ташкент. Не понял. У Донни был друг Ато. Он жил на перевале, что после Ахангарана. Дядя Доник по обыкновению оставлял нас у него, а сам отправлялся в Ташкент. Обычно, вернувшись из Ташкента, он несколько дней отдыхал вместе с нами у него. Да, я слышал об этих местах. Там очень красиво. С этими местами у меня были связаны самые тяжелые воспоминания. Так, рассказывай дальше. Я хочу знать все. Бахадыраке. Для этого понадобится очень много времени. Я давно езжу по этим дорогам и уже привык. В первый раз, конечно, страшновато. Может, немного сбавите скорость? Мне не по себе. Я не знала, что вы боитесь высоты. Не смейся, я сама только что узнала. Конечно, Сиднем сидела в своем коканде. Не бойся. Вообще-то, в первое время и со мной так бывало. Но прошло. Не дай бог сорваться вниз. Страшно даже просто представить. Прекратите. Вы что, специально меня пугаете? Приближаемся к владениям Ато. А кто этот Ато? Мой друг, таджик. Мне предстоит важная встреча. Я не могу взять вас с собой в Ташкент. Останетесь у него. Вернусь, побудем несколько дней вместе. Отдохнем. Вам понравится. Очень красивые места. Видно, что это места, где хорошо отдыхать. Добро пожаловать. Здравствуйте. 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 Ну, наконец-то. С приездом. Как вы? Спасибо. Вы тут не заскучали без нас? Слава богу, что вы у меня есть. Это мой друг Ато. Вы идите, мы возьмем вещи. Проходите. Давайте мне чемоданы. Рад вас видеть. Как это дела? Неплохо. Об отдыхе не забывайте. Живем понемногу. Занесите вещи в дом. Да, сейчас. Будем устраиваться? Давайте. Надеюсь, не торопитесь? Нет. У меня встреча в Ташкенте. Правда, точное время неизвестно.
Как здоровье? Слава Богу, отлично. Думал посидеть с вами, расслабиться, но вы не пьете. Я же бросил. Ладно. Поговорим о деле. Давайте. С товаром все в порядке? Да, об этом не беспокойтесь. Здесь безопасно. Никто не найдет. Товар в безопасном месте. Не переживайте. Очень хорошо. Как только найдем выход на заказчика, найдем действовать. Хорошо. Думаю, и вы неплохо заработаете. Можете быть спокойны. Я не беспокоюсь. Я знаю, с кем имею дело. Приятно иметь с вами дело. Тогда я поехал. А вы не дайте гостям заскучать. Понял. Кстати, как тут у вас с запасами? Конечно, не так, как у вас, но найдем чем угостить. На обратном пути куплю все, что необходимо. Хорошо. Девочки. Я уезжаю. Оставляю вас брату Ато. Пока. Удачи вам. Счастливого пути. Спасибо. Как добрались, девочки? Спасибо, хорошо. Все, кто бывал здесь у меня, уезжали довольными. Мы наслышаны о вас. Доник рассказывал. Я рад. Сегодня я угощу вас шашлыком из баранины. Видно, это ваша фишка? Тот, кто не пробовал мой шашлык, много потерял. Здесь есть где погулять? А как же? Но не в одиночку. Сам я вас завтра проведу по этим местам. За домом горное ущелье, на дне речка. Можно искупаться? Понятно. Есть родник с целебной водой. Но не стоит далеко забираться. Опасно. Почему? Здесь водятся волки? Не бойтесь, волков нет. Просто незнакомые для вас места, поэтому лучше гулять где-то поблизости. Понятно. В таком случае пойдем купаться. Подумаем. А пока пойдем в дом. Ладно. Устраивайтесь. Понятно. Решим, что делать. Шеф, Донни звонил. Просят о встрече. Скажи, что занят. Только что сообщили, что он едет. Он пешка. За ним стоит Истам. Хорошо, шеф. А ты с ребятами понаблюдай за их передвижением. Где с кем встречаются, чем занимаются. А если понадобится, проследите за его возвращением назад. Не исключено, что в дороге могут с кем-то встретиться. Думаю, собираются начать дело на нашей территории. Нам нужно знать, что именно, а там уже решим, что делать. Что за дело? А вот это ты и узнай. Иди работай. Хорошо.
Давай помедленнее, чтобы не заподозрил. Хорошо. По-моему, я эту машину и раньше видел. Сейчас он повернет и подъедет к дому таджика Ато. Он там обычно останавливается. Этого таджика многие знают. Я смотрю, ты тут всех знаешь. Частенько здесь приходится бывать? Да, я здешний. Хорошо. Если он действительно повернет там, где ты сказал, следовать за ним не надо. Поезжай прямо, чтобы не заметил слежки. После покажешь дом этого Ато. Хорошо. С приездом. Никто не готовит шашлык лучше, чем ты, дружище. Стараемся. Где наши? Ушли купаться. Скоро должны вернуться. Так, да? Как хорошо. Принцессы, как отдохнули? Класс. Прекрасно. Какая вода? Я же говорил, вода здесь целебная. Кажется, я простудилась. Что-то не здоровится. Моя принцесса не может простудиться. Сейчас принесу лекарство. Какое лекарство? А что? Не нужно никакого лекарства. Я сейчас приготовлю один настой. Вылечим в один момент. Видишь, у нас имеется свой собственный доктор. Хорошо, я пойду к себе, прилягу. Хорошо. Я сейчас приготовлю. Девочки вам занесут. Спасибо. Можно снять пробу? Вот. Выглядит очень соблазнительно. Превосходно. Как здесь насчет рыбалки? Помните, как-то в один из ваших приездов ходили с гостями? Далеко? Достаточно далеко. Дорогу не помню, но найду. В тот раз с вами были девушки. Это было тихое, безлюдное место. С кем в этот раз собираетесь пойти? С той больной? Нет. С этой... Сурайо, что ли? Нет. Да ладно, с маленькой госпожой? С бутончиком? Она не дочь этой женщины? Вы же знаете. Я неравнодушен к таким вещам. Мать сама по себе, а дочь... Согласитесь, этот нежный бутон, обещающий стать прекрасным цветком. Душа ваша не стареет. Всегда молода. Приготовить вам вещи? Нет. Ускорить шашлык? Отправимся после обеда. Зовите девочек. Шашлык готов. Девочки, шашлык готов. Принцессы. Приятного аппетита, дамы. Возьмите. Держи. Вот еще. Вы сами почему не едите? Я пообедал в дороге. Потом, приехав, снял пробу на месте. Сегодня останемся здесь? Да, побудем здесь несколько дней. Или вы против? Нет. Мне здесь очень нравится. Я рад. После обеда пойдем на рыбалку. Сурайо. Ты поухаживай за Хуршидой. Она плохо себя чувствует. А то приготовит ей лекарства. Тахмина, а ты хочешь пойти со мной? С удовольствием. Я ни разу в своей жизни не ловила рыбу. Сам тебя научу. Одеться нужно так, чтобы тебе было удобно, хорошо? Будьте осторожны, хорошо? А может мне пойти с вами? Нет, моя принцесса. Вам лучше хорошенько отдохнуть. Подышите воздухом и ждите нас. Если вам понравится, может, и потом сходим? Конечно. Я пойду оденусь. Ладно, вам приятного аппетита, а я, пожалуй, тоже переоденусь. Спасибо. Вот, госпожа. Это нужно выпить перед едой. Спасибо. Увидите, сразу полегчает. Дай-то бог.
Так. Пожалуйста. Вы такой внимательный. Вы женаты? Нет такой женщины, которая могла бы меня терпеть. Не дай бог, убью ее и сяду в тюрьму. Ничего себе шутки. Почему думаете, таких нет? А вдруг есть? Я как раз не шучу. Да я так, просто спросила. Хорошего отдыха. Ты что, запала на него? На этого медведя? Смотрела ты как-то по-особому, потому и спрашиваю. Заметно было, да? Конечно. Все готово. Спасибо. Удачи. Давай-ка мы с тобой сегодня от души отдохнем. Потом всю жизнь будешь вспоминать этот день. Наверное, это будет самый замечательный день в моей жизни. Если понравится, будем делать это часто. Было бы хорошо. Хочу тебя спросить. Спрашивайте. Ты уже не маленькая. Тебе кто-нибудь нравится? Мне еще рано думать об этом. Современным парням нельзя доверять. Будь осторожна. Скажи, пожалуйста, какие парни тебе нравятся? Пока не думала. А я тебе нравлюсь? Или не в твоем вкусе? Если будет похож на вас, обязательно понравится. Таких, как я, Тахминочка, много. Но я один. Поэтому моя требовательная мама выбрала вас. Если честно, наши отношения с ней не так серьезны. Почему? Ведь она вас любит. Я тоже люблю. Обеих люблю. Одинаково люблю. Вы мои принцессы. Спасибо. Здесь так красиво. Тебе понравилось? Да. Смотри. Это утки? Никогда не бывало в таких местах. Ничего. Вот теперь увидела. Если понравится, каждый день буду привозить тебя сюда. Вот здесь будем рыбачить. Ты побудь здесь, я схожу за удочками. Хорошо. Тахмина. Да.
Вещи неси. Сейчас. Вот. Вынимай все из пакетов. Сейчас. Фрукты тоже? Да, там есть тарелка. Здесь? Да. А вот теперь начинается самое главное. Следи за тем, что я делаю. Пригодится. Все равно не пойму. Держи. Давайте. Потихоньку, не торопясь, спускай. Поняла? Да. Вот. А вот она. А если это будет золотая рыбка, что будем делать? Золотая рыбка? Зачем она тебе? Я сам исполню все твои желания. Видишь поплавок? Да. Если он дрогнет, значит, рыба клюнула. Держи. Тихо наблюдай. Сейчас. Вот, вот. Тянет, тянет. Нет, пока нет. Как думаете, клюнет? Да, куда денется? Вон, смотри. Вот она. Поймали. Принеси ведро. Сейчас. Давай быстрее. Вот. Так. А вот теперь поставим в тенек. Это оказывается очень интересно. Никогда не ловила и не держала в руках живую рыбу. Смотрите. Но мне ее жалко. Да. Теперь насладимся отдыхом. Может, дома отдохнем? А для чего я все это привез сюда? На природе, под кряканье уток. Наслаждайся. Сейчас. Сейчас. Вот. В торопях забыл взять для тебя шампанского или вина. Ладно. Вот этого налью тебе немного. Доник, может, я не буду это пить? Коньяк мне не приходилось пробовать. О чем это ты? Мама твоя сказала, что ты пила. Ну, иногда. Вино. Вино пьют алкаши. Не привыкай к нему. Лучше немного коньяку. Девочкам это идет. Нет. Прошу вас. Не обижайтесь, но я не буду. Не возражай мне. Опьянеешь, сам на руках понесу тебя. Доник, до сих пор вы нам, ни маме, ни мне, никогда ни в чем не отказывали. Все исполняли. И мы вам тоже ни в чем не будем отказывать. Ладно, я выпью, потому что я вас от души люблю и уважаю. Вот это уже другой разговор. Я буквально растаял от твоих слов.
Держи. Ваше желание для нас закон. Сейчас и всегда. Сколько всего вы для нас сделали. Поэтому и мама никогда не возражает вам. Я тоже готова выполнить ваше желание и не огорчать вас. За это нужно обязательно выпить. Я люблю тебя больше жизни, моя принцесса. Давай. Погоди. Мы забыли про сок. Я сейчас. Выпей это после коньяка. В самый раз. Ну, давай. Превосходно. До конца. Ну как? Вещь? Да. Еще по одной. Понравилось? Горький, оказывается. Все должно иметь пару. Бери. Только до конца. До конца. Соком запей. До конца. Пей, пей. Давай до конца. Ну вот. Какая горечь. Одну минуту. Вставай. Потанцуем. Нет, вставай. Я не смогу. Упаду. Я буду держать тебя. Доник. Отпустите меня. Я боюсь. Доник. Пожалуйста. Не бойся. Я с тобой. Тахмина. Я тебя не съем. Потанцуем немного, потом отпущу. Я боюсь. Не бойся. Не бойся. Доник. Возьми себя в руки. Прошу вас. Отпустите меня. Не надо. Я боюсь. Не бойся. Я здесь. Доник.
Сидишь? Успокойся, Тахминочка. Я и сам не понял, как это получилось. Оба выпили. Ты меня прости. О дальнейшем не беспокойся. Я сам за все отвечу. Возьми себя в руки. И смотри, чтобы мама не узнала. Держи меня в курсе всего. Смеркается. Собирайся. Пора домой. Знаешь, подруга, жизнь так прекрасна.
Хоть мой муж и был алкашом, он все же был мне мужем. Сиди, что ты вспоминаешь его? Смотри, какой ты стала с Донни. Как настоящая принцесса. Все тебе завидуют. С тобой не поспоришь. Я так рада за тебя. Все в сборе. Да, вернулись? Да, а вы думали, что мы там останемся? Что с тобой, Тахмина? Ужин уже готов? А запах? Вкусно. Что это? Тахмина, суп из куропатки. Прекрасно, подожди. Куршида, не обращай внимания, садись. Садись. Что с ней? Ей неловко перед тобой. Она же еще ребенок. Говорите с ней. Что сказать? Там, куда мы ездили, отдыхали горожане. Я был занят рыбалкой. Тахмина познакомилась с некоторыми из них и немного выпила с ними коньяку. Она немного опьянела. Глупая девочка. Как она могла так поступить? Я же ее вам доверила. А она своевольничала? Хватит. Что ты постоянно ее контролируешь? Говорю же, еще ребенок. Да ладно вам припираться. Вот сейчас угощу вас супом из куропатки. Говорил же я вам, мой друг целитель. А что вы смеетесь? Я знаю толк в супах. Все, все. Готовы? Сейчас. Подождите немного. Хорошо. А ваш друг и вправду целитель. А что я говорил? Я выпила настой, который он мне приготовил, и сразу почувствовала облегчение. Известное дело. Знаете, подействовало моментально. Значит, на ужин суп из куропатки? Конечно. Ладно, вы посидите, я сейчас, хорошо? Остался, говоришь, в Ахангаране? Да, там живет таджик по имени Ато. Мы узнали машину Дони. Он частенько здесь бывает. После твоего отъезда пришло еще одно сообщение. В этой игре участвует и наркодилер из Ферганы. Вы имеете в виду нашего бывшего партнера? Пока неизвестно. Если он замешан, то это серьезная игра. Да. Но до сих пор Донни сам возил товар в Ташкент небольшими партиями. Думаю, они хранят свой товар именно в Ахангаране, в доме этого таджика. На этом основании мы ведь можем их уничтожить. Достаточно сбросить информацию ментам. Надо ждать удобного случая. И к тому же, есть там товар или нет, мы точно не знаем. Убрать Донни не проблема. Надо убирать его вместе с Эстамом. Согласен. Ты продолжай наблюдение. Как только что-то нащупаешь, немедленно сообщи. Хорошо. Тахмина, как ты, дочка? У тебя что-то болит? Нет, мама, все хорошо. Дай бог, чтобы все было хорошо.